Всем привет! Вы на канале Обо всем. И Чонгук в завершение своего промоушена, который он делал по своему синглу Seven в Америке и в Англии, вот, порадовал нас выходом на Weverse. Глаза болят. Hi. Всем привет! Я устал. Сколько сейчас времени? Hi. So. Приятно всех вас видеть. У вас все в порядке? Я устал. Доброе утро. Не, ну у всех армий разное время. У кого утро, у кого не утро. Я собираюсь умыться и пойти спать. Мое расписание по промоушену 7 закончилось. На сейчас все, и я не знаю, будет ли еще что-то происходить. Официальное расписание закончено. Собственно, для этого я и пришел. У меня нет каких-то особых мыслей по поводу трансляции. Просто включил. Выступление сегодня было хорошим. Это на BBC One Show. Определенно можно сказать, что выступление перед армией для меня простите, это потому что я устал. В любом случае, выступление придает мне много энергии. И сегодня я тоже это ощутил. И это не только потому, что в последнее время у меня было много мероприятий, но сегодня я это понял определенно. Думаю, что для меня это огромная разница, выступать перед армией или без. Мое самочувствие сегодня хуже, чем вчера. Это правда. Я и сегодня продолжаю кашлять. Горло все время першит при дыхании. Я думал, что будет все в порядке. Перед выступлением, начиная с интервью, я не особо заботился о своем дыхании. Это потому, что это было очень интересно, захватывающе. И я понял, насколько мне нужны армии. Я тот, кто прекрасно себя чувствует во время концертов. И я получаю также удовольствие от прямых шоу. Вот по правде это так и было.
Во время живого исполнения Внимательно, я немножко сфальшивил, была 라이브하면서 ошибка.음이 나가고 뭐뭐 음이탈이 나더라도 Думаю, это из-за того, что это라이브 прямой эфир был. Но в любом그 случае это прекрасно, что느낌이 во время주는 뭔가가 промоушена я могу있다고 делать такие вещи.생각하거든요. 근데 이제 이번에 활동할 때다좀 그런 식으로 해가지고 너무 좋았고 되게 Это재밌었어요. было재밌었고 прекрасно и замечательно. И когда во활동하면서도 또 время이렇게 모니터링을 промоушена하다 я보니까 мониторил,근데 좋은 я 소식도 많이 слышал много들려오고 хороших отзывов아미 여러분들이 и계속해서 поддержка армии. 내가 활동을 안 И하고 даже있는 там, где시점에도 не было моего промоушена, вы все равно멀리서 поддерживали되게 меня,많은 응원을 и해주니까 я был очень счастлив.너무 기뻤어요. 기쁘고 힘이 많이 됐고 Я счастлив и наполняюсь вашей너무 энергией.행복했습니다. 행복 되게 좀 어떻게 Счастье –보면 это되게 такое짧죠. 왜냐면 краткосрочное состояние.뭐 이제 좀 Так много잘 всего, что не맞아떨어지지 находим свое않는 место.부분들이 되게 И если많아서 думать о이번 활동도 되게 промоушене, то어떻게 оно보면은 действительно такое되게 лимитированное. 한정적으로 뭔가 한 느낌이긴 한데 Но в любом случае, 그럼에도 불구하고 я так сильно вам그렇지만은 благодарен. 너무 되게 고마워 Я благодарен,고맙고 и это такой счастливый되게 행복한 промоушен. 활동이지 않았나 그런 생각을 합니다. Огромное너무 вам спасибо기쁘고 за это.오늘 Сегодня я выступал,무대도 не그냥 особо별 생각 задумываясь,없이 했어요. но получил너무 огромное재밌어서 удовольствие.나는 Даже если음이탈이 мой голос나와도 хрипел, все равно дома это재밌었을 것 было같아. хорошо. 뭐라 해야 될까? Что добавить?맨날 음이탈이 나면 안 Мой되겠지만 голос не должен хрипеть. Насколько я хорош, когда с голосом все в내가 порядке. 잘하는 건 명확하게 있고 Определенно это то,여러분들이 что вам всем좋아해주는 очень포인트도 있고 нравится.하니까 Я в этом уверен.자신감도 있고 하니까 не знаю,뭐 물론 насколько오늘 무대를 сегодняшнее망쳤어도 выступление было хаотичным,물론 안 망치게 но했겠지 уверен, что я его내가 не열심히 했겠지 испортил.그래서 Это너무 точно,재밌었을 что것 я같아 усердно работал.당연히 Я여러분들 만나는 게 действительно был좋다 очень рад이렇게 увидеть всех вас. 라이브도 И вот어떻게 보면 так, и지금 вживую.소통이 되고 있는 Вот거니까 вы сейчас смотрите, и я좋아 общаюсь아주 с вами. Мне это нравится.좋아 오씨 무대 Неважно, если망쳐갖고 я на выступление немножко напортачил.물론 конечно,쪽팔리겠지 это смущает.아미들이 Армия наполняет기 меня살려줘야 энергией,되는데 поэтому я무대 должен정면이 делать잘해야 되지 хорошо все.그건 항상 Так должно디폴트야 быть. Я잘해야지 должен делать хорошо.그건 맞지만 Это правда.무대 Но так ли важно, что야 망쳐갖고 야 немножко너 씨. ошибся? Конечно же,물론 это그냥 할 생각 получилось없어 не специально.겁나 잘할 거임 Я собирался выступить на отлично. Но по아무튼 сравнению со오늘 вчера,어제보다 мое горло такое너무 хрипкое. 간지러운 거예요 목이 Начинается글쓰면 한번 такое했는데 막 сильное першение, когда너무 я간지러운 дышу. 거야 기도가 И я все기침 еще계속 나오고 кашляю.했는데 아무튼 그런 Во время저기 выступления я не뭐야 особо об этом아미들이 응원해 задумывался,주고 потому아미들 что앞에 армия있으니까 그런 поддерживали생각이 안 меня,난다 и они были몸도 몰라 передо몸도 мной. 인식을 못해 Хотя мое간지러운 거 인식을 тело и못해 не знает그런 생각조차 этого,없어져 но вся хрипота아무튼 улетучилась.되게 이 아미들과 Знаете, армия и я, мы이 내가 оказываем такое хорошее서로 влияние좋은 друг на작용을 하고 друга,있다 되게 создаем멋있게 살려고 있다 хорошую그런 соэнергию. 생각이 드는 오늘 Вот하루였습니다 такие у오늘 되게 меня기분 мысли.좋게 А, я еще покушал고기도 또 мясо для맛있게 хорошего먹었고 настроения. Тем오늘 более,또что с 마지막 활동이다 сегодняшнего보니까 дня되게 уже음식을 промоушен되게 закончен.많이 맛있게 И поэтому я먹었고 действительно очень вкусненько покушал. Да, к술도 тому좀 же я많이 и했어요 выпил.지금도 Я сейчас술 немножко пьян.좀 취했는데 Не знаю, может,물론 потому뭐что я취한다고 해서 немножко뭐 пьян. Честно, это не важно.딱 그런 거 Может없어요 быть,솔직히 поэтому я근데 говорю то,뭐 что не또 надо마실 было бы술을 뭐 говорить. 한다고 해서 뭐 몰라 Не знаю, не몰라 знаю.그냥 가는 Просто거야 그냥 продолжаю. Почему왜냐 так? Ну, потому что я아미들 такой искренний с한테만큼은 армией.진심이야 Другой причины딴거 нет.모르겠어 딴거뭐 내가 Я же человек, поэтому사람으로 могу더 비슷할 수도 ошибаться. 있고 뭐 Возможно, есть что-то и다양한 일들이 другое,있겠다만 но я진솔해 честен.
Что,뭐, что, ну что?웃더라고. 아미들, 아미들이 Ты армия비밀인데. честная.왜 Что거기다가 숨길 게 скрывать? 뭐가 있어? Мне당연한 사람 ничего아니야. другого и не надо.아미들 Армия,최고야. вы лучшие. И재밌다. это отлично.재밌어. 앞으로도 Знаете,이렇게 мне вот комфортно с армией. И편안하게 рассказывать армии в прямом эфире то,아미들한테 할 что얘기 я못할 потом бы얘기 и не나중에 다 рассказала.하면서 그냥 진짜 서로 Возможно,막 потом мы будем뒤져 나중에 сожалеть,서로 욕할 но в수도 있어 оригинале진짜 он сказал проклинать друг друга.욕하면서 막 야씨 오늘 왜 Эй, что그랬냐 ты어? сегодня вытворял?오늘 라이브 왜 이렇게 망쳤냐 Почему ты напортачил в прямом эфире? А что, я나도 не그럴 수 могу있는 거 так? Я же아니냐 나도 тоже사람인데 человек. Пожалуйста,좀 이해해 поймите.주라 Ну, вот так бы이러면서 мчались,이런 такой диалог был бы.시덥잖은 막 농담도 얘기하면서 Как вы думаете, не너무 было ли재밌을 것 бы같지 это않아요 진짜 таким веселым диалогом?나는 그런 관계를 Я бы바라면서 хотел가지 вот않나 таких вот모르겠다 наших그냥 взаимоотношений.자연스럽고 싶어 그냥 Я хочу быть아미들한테 самим너무 собой.재밌어 И перед армией тоже.내가 그런 마음이 Если бы아니었으면은 я так오늘 это не ощущал, я бы이렇게 일이 бросил끝나고 이렇게 работу술에 и취해서 спился.술 Вам надо취하고 принять받아줘도 мою любовь к выпивке.되는데 Я вот думал,과연 нужно내가 ли왔을까? выходить в그런 생각이 трансляцию.든다. Армии больше, чем что-либо아미들이 еще.진짜 Когда я так누구보다 думаю,크거든. ну, возможно, это немножко어떻게 неправильно по보면 отношению к моим엄마 아빠한테 родителям,미안할 수도 있지만 но уже прошло больше 10 лет с내가 моего데뷔를 дебюта,하고 и именно 10년 вы те,넘게 кто защищал меня.내 곁을 지켜주는 Конечно,사람이 мои엄마 родители,아빠가 мама내и곁을 папа тоже защищали меня.지켜줬겠지만 이제 Но, как бы это아, так뭐라 해야 될까? сказать,아, 그런 게 있어. 그러니까 но달라, это달라. так по-разному. 아, 아미들 진짜 Армии크고. действительно великие. И나는 поэтому я хочу그런 быть사람들한테는 честен перед этими웬만해서는 людьми.진짜 너무 솔직하고 싶고. Да, я собираюсь отдохнуть,나 пойти쉴 거야. поспать,자고 쉴 거야. отдохнуть.걱정 안 해. Пожалуйста, не переживайте по этому솔직하고 поводу.싶고. 되게 편안했으면 좋겠어. Насколько это удобно?얼마나 좋아. Я читал этот아, 아까 комментарий.그 Я댓글 읽어 хорошо가지고 говорил.내가 나딱잘 Я얘기하고 забываю있었는데. все моментально. а, 난 순간적으로 잘 까먹어. Что за лицо за мной? 뒤에 있는 얼굴 뭐냐고? Это какая-то뭐저 동사람이 скульптура. 뭐야? Ченгук же находится в номере лондонского отеля какого-то. Ну, интерьер такой.이 친구 У코끼령이 많이 этого друга막혔네. нос забит.좀 파줘야 되겠네. Должен ли я это выговорить? 그래. 수영 열심히 하고. 나 Я이거 не뭘 знаю, что몰라. это за어떤 동상인지 скульптура.모르는데. Если это되게 유서가 какая-то깊고. историческая скульптура, извините. 역사가 있는 저기 동상이면 Я не미안합니다. знаю. 제가 모릅니다. 모르기 때문에 Уверен, что это не так уж и важно.뭐 Правда?중요한 그런 건 아니겠지? 나 몰라 이거 뭐 어떻게 Я알아 не내가 знаю.호텔에 Ну,있는 откуда그것도 я모르고. могу знать? Это же скульптура в отеле.먼지 Пока한я번도 아무도 здесь,안тут что, 털어줬지? пыль너не 여기 протирали.있으면서 Ну내가 вот털어줄게 я그러면. протер пыль. Какой же наш хозяйственный зайчик. И готовит, и пыль протирает.앞으로도 여기서 행복하고. Будь счастлив, пока어? ты здесь находишься.또 여기 막 진상 손님들 Если찾아올 тут때 будут얘기하고 какие-то연락해. плохие постояльцы,알았지? обязательно набери меня.
Я охраняю это место, хорошо? Береги себя. Это было забавно. Во время промоушена было тоже очень интересно. Хотя промоушен был не длинным, но он был. Сегодня был последний день официального промоушена. У нас был совместный ужин со всеми, кто помогал мне в моей этой индивидуальной деятельности. Я довольно много выпил. Было тяжко, но я чувствовал себя хорошо. Я довольно простой человек, поэтому эти драгоценные эмоции, я их чувствую, но также очень быстро их забываю. Надеюсь, что это я не забуду, и я действительно очень благодарен. Думаю, что это я не забуду. Нет, я точно это не забуду. Думаю, что мне нужно постараться, чтобы это осталось в моей памяти как можно дольше. Это действительно запоминающиеся моменты. Не только потому, что это соло, но и когда BTS собираются вместе. Я сегодня давал интервью BTS, которые заканчивают свое соло-продвижение, соберутся вместе. И опять заполнят снова сцену. Даже к этому нечего добавить. Это будет восхитительно. И за вот эти все моменты, думаю, что я буду благодарен всегда. Сегодня я был особенно благодарен ARMY. Вы подарили мне столько эмоций. Просто захватывающе. Ведь не так много людей, у которых такая захватывающая жизнь. Действительно. Мне нужно прилагать больше усилий, потому что все вы посылаете мне так много любви, и я чувствую, что я должен за все это вам отплатить. Я стараюсь. Я хотел, чтобы вы это знали. Почему я люблю этого человека? И я должен ответить на этот ваш вопрос. Я собираюсь усердно трудиться. И особенно усердно, начиная с этого момента. Я очень благодарен вам за ту поддержку, которую вы оказываете. Не то чтобы это я постоянно думаю о той поддержке, которую вы мне оказываете. Просто я должен больше делать. Я действительно хочу делать так, как было бы удобнее ARMY. Хочу быть более комфортным для вас. Чтобы вы ощущали так, что он мой друг теперь, мой друг. Вы хотите эту скульптуру, но она не моя. Я пьян, и как бы сказать, вы думаете, что я пьян и создаю какие-то неудобства? Пусть те, кто так думает, продолжают так думать. Поступайте, как желаете. А мне просто нравится ARMY. Надеюсь, что мы будем более комфортны друг другу. Даже если физически мы очень далеко. Как сказать это? Должно быть, так чувствуют незнакомые люди или те, которые находятся далеко друг от друга. Главное, чтобы было всем удобно.
Надеюсь, что так и будет. Мне хочется, чтобы было типа... Он с ним так удобно, но он такой крутой. Хочу, чтобы меня вот так воспринимали. Давайте будем ближе. Взрослые говорят мне, что когда говоришь «давайте», надо использовать формальную лексику. Конечно, здесь есть те, которые моложе меня. Но то, что я старше, не дает мне права первому переходить на неформальный уровень. Так что давайте будем ближе. Давайте веселиться. Давайте создавать историю. Это одновременно и легко, и сложно. Надеюсь, что это добавит много веселья. Хотите увидеть меня с бородой? Извините, но борода не очень-то и растет. Знаете, мне нужно бриться раз в 3-4 дня. Вот видите, не растет. Да, что же там в чате пишут? Любить тебя и заниматься любовью – это не одно и то же. Какой смысл был делать, как западные артисты, и грязную версию? Ну, вот это с матом. Почему это грязная версия? Почему грязная? Объяснитесь. Почему вы считаете, что грязная? Честно говоря, по-моему, многих шокировала замена лав на слово на ф, которое начинается. Это называется явная версия. Будем честными. Все ли чувствуют разницу? Уверен, что да. И если так, ну, собственно, мне с этим нечего поделать. Когда все еще только создавалось, я не знаю, как это. Когда я работал над этой песней, в общем, были такие чувства. Ну, не знаю, вот тогда я так чувствовала. Я действительно думал много, выбирая между этими двумя вариантами, какую именно версию выпускать. Много думал. И с самого начала выбор был за то, чтобы выпустить обе версии. Love, когда я выпустил чистую версию, интерпретация людей тоже была разная. Но также люди по-разному отнеслись и explicit версии. Я решил, что правильнее будет выпустить эти две версии. Сколько вам лет, если вы так об этом думаете? Сколько лет прошло с моего дебюта? Мне сейчас 25 по международному, по корейскому 28. И я знаю причину, почему я так любим армию. Моя рука, а что с ней? Я поранился? Нет, нет. Так что знаете, что я много думал об этом. И вот так я размышлял.
как бы сформулировать. В конце концов, я показываю что-то новенькое вот таким образом. Я показываю что-то новое именно по своей воле, по своему желанию. У меня нет образования, есть только одно, что я могу делать. Вы знаете, о чем я? Будем честными, у меня мало знаний, мыслей. Если мне что-то нравится, то нравится. Если я что-то ненавижу, то ненавижу. То есть выбор между тем, что делать тебе, как тебе удобно, или терпеть что-то постоянно, какие-то вызовы для себя. Давайте посмотрим это честно. Почему я выпустил эксплисит-версию? Все время у меня был имидж такого самого молодого мембера из-за моего возраста. Но по сравнению с другими гайдерами, я и не самый молодой. Но сложился такой имидж. И вам это нравилось во мне. Притворяться тем, кто нравится людям, и просто следовать за этими желаниями. Есть ли что-то, что я могу изменить? Это моя жизнь, я сам. Мне нужно меняться. Как человек, мне нужно сказать людям, которые любят меня, я вот такой. Я никого не заставляю. Как бы это сказать? Мне нужно поступать так, чтобы это приняли. Но так много, как бы это сказать. Если я буду поступать так, как от меня ждут, и делать только то, что другие хотят, будут ли армии, и я счастлив? Ну вот прям полностью, до конца. Нет ничего постоянного. Я всегда ищу что-то новое. Я хочу делать что-то новое для удовольствия. Но в то же время я хочу, чтобы армии тоже это принимали. Не знаю, я не очень хороший спикер, как это объяснить. Будем честны перед собой. У меня было много переживаний, опасений. Очень волнительно пробовать что-то новое. Не то чтобы перепробовать всё. Но это то, что все вы делаете. Именно от вас я набрался столько смелости. Я говорил об этом в предыдущих трансляциях. Почему вы поддерживаете и любите меня? Тогда я этого не знал. Да я даже не знаю, почему я спрашиваю вас об этом. Но сейчас я не хочу выглядеть слабаком каким-то перед вами. У меня есть уверенность. Я хочу использовать это и сделать себя. Возможно, вам это некомфортно, но мне нужны разные способы самовыражения. Потому что это не только я не одинок. Я со всеми вами. Для этого я так много общаюсь со всеми вами. Как с друзьями. Кто-то может спросить, что ты думаешь об этом? И мы вот можем общаться вот так прям. Не думаете ли вы, что это весело? Делать это вместе? Мы так раньше никогда не делали. Вот так я предполагаю. Конечно, это не так, как спойлер. Это своего рода новое предложение. Думаю, что это было бы очень интересно делать вместе. Не знаю, о чем я сейчас говорю, но просто высказываю свои мысли.
Возможно, кто-то при этом и расслабится, а для кого-то это будет болезненно. Я всегда такой, но в первую очередь хочу, чтобы никто не страдал. События вокруг меня делают либо меня счастливыми, либо окружающих. И это никогда не бывает односторонним. Вы должны это понимать. Я просто рассказываю вам, что это приносит мне радость. Нет, у меня не грипп. Я не плачу. Я не плачу, просто... Какой у меня возраст по международному? 25, что ли? И вот как 25-летний мужчина, я просто разговариваю с людьми, которые любят меня. Вот так, обо всем. В широком смысле. Я говорю непонятно, но как бы это сформулировать? Просто относитесь с пониманием, даже если я разговариваю вот так. Пожалуйста, постарайтесь меня понять. Давайте веселиться. С сегодняшнего момента я собираюсь быть таким крутяшкой. Возможно, мне не получится быть крутым. Я знаю свое будущее. Не думаю, чтобы кто-нибудь знал. Никто не знает из вас мое будущее. Вы-то и своего будущего не знаете. И я не знаю. Но я собираюсь. Я, конечно, не знаю, что должно произойти, но давайте просто повеселимся. И обязательно вместе. Вы все важны для меня. Думаю, что будет правильно с моей стороны так вам отплатить. Но это все не односторонне. Я хочу делать это вместе. Вы понимаете, что я имею в виду? Надеюсь, что это дойдет до всех армий в мире. Ну, я не знаю. Вы можете видеть, как вода капает у меня с подбородка. Вот как-то так. Как вы думаете, почему я удалил свой Инстаграм? Как сказать? Мне нравятся прямые эфиры. Я думаю, потому что мне нравятся прямые эфиры. Инстаграм используют как средство общения. И это хорошо, потому что это раскрывает вас. Ничего плохого об этом сказать не могу. Это отлично. Но я бы хотел продолжать общаться вот так откровенно. Хочу показать вам себя. Даже вот такого меня. Комментарии пишут: «Делай то, что хочешь». Нет, но это не так. Не то, что делай то, что хочешь. Я так тоже не могу. Как я могу делать все, что я хочу? Это не имеет смысла. Так как вы любите меня, я делаю свою работу, пока в этом есть обоюдная заинтересованность. И я счастлив, выполняя свою работу. И это моя цель. Так как же я могу делать все, что я хочу? Я знаю это. Не, но вы же понимаете, что я имею в виду?
И то, что я пытаюсь вот сейчас сказать, ну, вы понимаете, что я говорю? Вы понимаете, с трудом. Вы проклинаете меня. Давайте притворимся, что я напортачил в эфире. Плохая фотография для моей статьи получилась плохая фотография. И вы тогда должны надо мной очень сильно посмеяться. Вот это типа шутка какая. И вы должны сказать так, эй, да, сегодня у тебя такой был плохой эфир. И я так, да, я сегодня был так плох. Это бы меня сильно развеселило. Давайте сделаем что-нибудь такое, чего мы раньше никогда не делали. Не думайте, что это было бы интересно. Да, я пьян. Ну и что, я это говорю, потому что пьян. Я должен также говорить, когда я не пьян. Но это то, что я всегда хотел сказать. Вы уже заметили, что я много раз говорил, как бы это сказать. Да заметили. Знаете, мне даже все равно, что в компании будут думать по этому поводу. Мне так удобно, и это самое главное. Почему вы спрашиваете, все ли у меня хорошо? Я не говорил, что нехорошо. Я сегодня так счастлив. Надеюсь, что и позже мы сможем продолжить наше общение, нашу связь. Я иду по улице. О, Чонгук? О, Ами? Мы встретимся и вместе покушаем. Окей, иди домой. Вот как-то так. Конечно, это сделать сложновато. Но зато было бы весело. Почему я так счастлив, проводя прямые трансляции? Вот вы смотрите прямой эфир пьяного Чонгука, то и это. И что с того? А вы что, никогда не пьете? Вы что, никогда не пьете и не несете чепуху? Говорите, что хотите. Я и в интервью также говорил. Люди, которым я нравлюсь и которые хорошо говорят обо мне, вот о них мне хочется очень заботиться. И больше, чем кто-либо другой, хочу делать хорошо для них. А если кто-то не интересуется мной, говорит всякую ерунду, ну и продолжайте так жить. Большое спасибо, что интересуетесь. Я собираюсь жить так. Let's go. I wanna. Мне надо в туалет. Restroom. Do you mind? Не возражаете? Если я отлучусь в туалет. To the restroom. Получил ваше одобрение. Go ahead. Давай вперед. А, 너무 좋다. 솔직히. Прекрасно. 근데 이거 되게 신기하다. По правде сказать, это круто. 뭐라 해야 될까? 왜 이렇게 편할까? Да чего же этот прямой эфир такой приятный? 진짜 편해. Так комфортно. 같아, это просто замечательно. 한데, хотя свет ужасный, я должен했는데. Красивым быть перед вами. Для этого свет должен быть передо мной.
또 여러분들이 Вы все이렇게 так나 응원해 주고 поддерживаете하는데 меня.내가 앞에서 이렇게 그렇지 이렇게 Да,앞에 нужно,달리고 чтобы яркий하면서 свет был передо мной.갔다 올게. Я вернусь. Выражается общая캐주얼하게 무언가를 하는 걸 поддержка.동의한다고 말하는 표현. 내가 이런 걸 Я적어놨구나. 또 запишу это메모장에. в ссылке. Homebody. 집에 있는 걸 Кто-то좋아하는 사람. здесь любит 쓰레기 집. говорить home, дом, поэтому homebody, ну, домашнее тело. Я это запишу. Да, чтобы армия не скучали, пока Чингук носик припудривает. Послушаем его пение. Говорил, что промоушен 7 закончился. Еще не все. Если вам это слишком скучно, перескакивайте сразу на 42-ю минуту. Прекрасно, прекрасно. Чудесно. Ага. Мои волосы. Фирменное сердечко от Чингука. Ребен. Я тоже вас люблю. Я действительно люблю вас. Больше и сказать-то нечего, кроме того, что я вас люблю. Надо идти умыться, но я такой ленивый. Привет, у меня сегодня день рождения. Happy birthday to you. Классно все. Да, это так, как я чувствую. Если я не буду сильным, пропадет причина, по которой меня любят и поддерживают.
И для поддержания этой강해지는 силы я и общаюсь.또 소통을 하는 거지. Мы становимся сильнее같이 вместе.강해지는 거지. У тебя такая피부가 너무 мягкая부드러워 보여. кожа.저 피부 별로 안 좋아요. Ну, кожа у촬영 меня빨리 하자 так그래. себе. Это же грим,이런 것도 все서슴 косметика.없이 할수 있는. Я это могу сказать без всяких이렇게. колебаний.아, Да, вы근데 наверняка все знаете,여러분도 что у меня не очень알다시피 хорошая제가 그렇게 кожа.피부가 좋은 편은 아닌데. Я прилагаю много어떻게든 잘 усилий и몰라 хорошо관리를 열심히 забочусь о합니다, коже, 진짜. чтобы она выглядела나 혼자 хорошо. 그 어떤 장비 들고 다녀요, меня이렇게 всегда계속 с피부를 собой흡수시키는 необходимы거지. 하루에 принадлежности한 4분 для동안 이렇게 ухода за하고 кожей.있다니까. Я вот по 4 минуты в день вот так Окей. вот делаю. Я나또 действительно그렇게 많이 усердно한다 работаю,이렇게 막 даже얘기를 если해도 я говорю вот여러분들한테 так,사랑 받으려고 то получаю любовь от вас, ребята.서로 사랑한다. Любите друг друга. У меня피부별로 안 кожа не좋아. очень봐봐, хорошая,오돌투돌 она하잖아 грубая.그냥. Я делаю관리 много열심히 하는 거지. процедур для кожи. Подождите, сейчас я,근데 кажется,주식이 чихну. 나올 것 같아. Твоя감기는 좀 простуда уже나아지겠어. проходит? 이번 감기가 진짜 Похоже,센것 что같아요. простуда затянулась.진짜 И안 пока나. не와. проходит. Это짜증나 меня уже진짜. так오늘 처음에서 досталось.진짜 Сегодня в짜증냈어. машине прям такой был아, 이런 감기 раздраженный этим.시키는 왜 Чего이렇게 эта안 떨어지는 простуда거야, 이러고. никак не проходит?좀 센가 봐. Думаю, что это такой тип простуды. Ninja, 뻥을 치고. Ну, действительно, как бы이게 это나도 이제 сказать?뭐라 해야 될까? Я провожу прямые эфиры, и когда пьяный,뭐и когда이게 не술을 пьяный.마시면서 혹은 안 마시면서 라이브를 했었는데 Я бы действительно как-то아미들이랑 진짜 хотел한번 выпить с армией.술한잔 해보고 싶다. Честно,궁금해. честно. Уверен, что아미들이 есть разные армии.이제 아미들도 되게 다양한 아미들이 있겠지만. 야, хочу되게 많은 общаться아미 с 분들이랑 разными армии. 같이 약간 오순도순 얘기하면서 А что вы думаете по어떤 этому생각을 가지고 поводу? 있는지, 네, ну мы уже собираем чемоданы и뭐 бокалы. 이제 왜 우리를 응원해 Почему они주는지 нас поддерживают?이런 것도 되게 너무 Мне это궁금하고. действительно тоже интересно.너무 재밌지 Разве это않을까? не будет прикольно?응? 재밌을 것 같아. Думаю, что술 будет. 마시는 아미 텐션 감당 가능? Возможно ли실제로 удержать тебя? Ну, это тяжело сделать. Я감당 достаточно가능? 나 сильный. 감당하기 힘들 텐데. 나 되게 강한데. Возможно감당할 ли수 있어? меня удержать?못할 걸. Не думаю, что ты сможешь.진짜 나중에는 한번 하자. Давайте как-нибудь это진짜 나중에는. сделаем. Я еще회사랑 не얘기는 안 обсуждал했는데 это в компании,하자 но한번. давайте так сделаем. 해야 될것 같아. Думаю, что это필요해. нам우리한테 нужно.좀그 И также토킹 нужно어바웃함이 좀 говорить об 필요해. этом. 뭔지 알지? Вы же서로 되게 понимаете, о чем쌓아놨던 я,그런 것도 правда? 있을 거고. 난 물론 Думаю,쌓아놓은 거 что없긴 было해. много непонятного.난다 좋아. Мне нравится все.그리고 Говорить것도 о вещах,얘기하면서 которые мне궁금한 거나 действительно뭐 이런 거 интересны.얘기하면서 너무 재밌지 Разве않을까? это не забавно?한 그거는 막 프로그램으로 막 Сделать это в짜? программе? В아마 моей지금 компании이 будут회사도 же это아마 모니터링 하고 смотреть. 있겠지? Они будут되게 겁이 날 거야. напуганы 내가 어떤 тем,얘기를 что할지. я говорю.
Не знаю, куда я собираюсь сходить. Можем ли мы не делать это сейчас? Ну, наверняка здесь есть молодые арм. Тогда это нехорошо. Я могу это сделать, но... Так хорошо, я могу дышать, когда провожу прямую трансляцию. Я совершенно не переживаю по поводу эфира. Что вы хотите, чтобы я сделал? Я — это я. Вот, хочу и провожу эфир. Провожу трансляцию, болтаю тут с вами. Что еще? Во время прямых эфиров я ошибаюсь. Мне нужно быть ответственным за мои действия. И если армия разочаровывается во мне, я должен принять это разочарование. Что по-другому я могу сделать? Я продолжу быть собой. Мне так нравится, как человеку. Захватывающе. Время с армией всегда захватывающе. Это так прекрасно. Что тут? Чингук, мне нравится, как ты сфотографировал небо. Хорошо, я сделаю несколько фотографий. Давненько я уже не фотографировал небо. Я старше вас. А что вам во мне нравится? Спасибо вам. Спасибо, что... Я вам нравлюсь. Не только вам, а всем армии, которым я нравлюсь. Глаза в глаза, перед камерами. Что вы думаете обо мне, убирающем вручную свой грим? Косметика вокруг глаз совсем размазалась. Забавно, да? Для жизни немного надо. Да нет, для жизни надо много. Но я не осуждаю ничью жизнь. Много чего в жизни происходит. Проживать жизнь сложно. Я не могу осуждать это. Вы должны быть аккуратны с такими словами. Я не говорю, что я прямо пуп земли. Те люди, которые хорошие, правильные, ну такие приятные люди. Такие люди. Надеюсь, что все счастливы. Надеюсь, что армии не болеют. И также здоровы те люди, о которых думают о армии. Самое лучшее — это быть здоровым и счастливым. Надеюсь, что в вашей жизни очень много счастливых моментов. Хотя для того, чтобы так было, надо много работать.
Надеюсь, что вы просто счастливы. У такой беседы нет определенной цели. Цели нет, просто так течет. Прошло уже 54 минуты эфира. Сейчас мне надо умыться и спать. Чангук должен быть счастливым, неважно, как это произойдет. Арми Форева, BTS Форева. Арми должны быть тоже счастливы, неважно как. Всегда будьте здоровы и никогда не болейте. А что бы ты хотел выпить? Пиво? Да неважно, все подойдет. Я люблю хайбол. Хайбол или нет, я люблю все. Можно и макголи, или самек. Я люблю и вино, и виски. Водка это крепко. Не то чтобы я не люблю водку, но я очень быстро пьянею так. Когда выпадет такой случай, для взрослых другие свои стандарты. У нас есть и взрослая армия, которая веселятся вместе. Какими мы тогда были расстроенными, какими мы были тогда счастливыми. Я надеюсь, что у нас будет время все это обсудить. Знаете, что у меня прекрасная жизнь благодаря вам. Вы это знали? Пейте много воды. Увлажнение это очень важно. Здесь 700 миллилитров. Меня любишь? Конечно, я вас люблю. Много людей, которые меня любят. Потому что много армий. Все, будьте счастливы. Не ругайтесь. Вы ругаетесь, потому что счастливы? Или вы ругаетесь, потому что раздражены? Что-что? Это я вас научил? Чангук – это все, что мы любим. Я провожу эфиры, чтобы этому соответствовать. Есть Чангук, которого вы все не знаете. И из-за этого все вы так говорите. Это не тот Чангук, которого мы знаем. Но что поделаешь, я вот такой. Есть много людей, которые ненавидят меня. Ну, много таких людей. Но это нормально. Я стараюсь жить правильно. Что я говорю? Я не выражаюсь. Когда я говорю любезно, то это и вам легче понять. И мне так легче выражаться. Так это не работает. Мне надо как-то все мысли собрать в правильном направлении. Что действительно с этим делать? Но моя искренность – это важно. Я собираюсь спать. Давай поторопись и иди спи. Да,
я собираюсь идти спать. Ай, 몰라, 씨. Я не 몰라, 그냥 знаю,좋고 но싶어. хочу, чтобы все было재밌고 хорошо.싶어. Хочу좀 веселиться,여러분들도 재밌게 해줄 거고. но мне надо быть уверенным, что вы веселитесь тоже. 정리가 안 되네. Не могу собрать свои мысли. 아, 느낌, 느낌 такое맞아, чувство, 느낌. ну, вы 나는 знаете 인생을 такое항상 감으로 산단 чувство. 말이야. Я всегда живу 느끼해. свою жизнь с таким чувством. 여러분들도 그 느낌, 뭔지 알죠? Пока вы веселитесь, 재밌으면 и돼. 인생이 жизнь재밌으면 돼. прекрасна. На 때문에, 아미 때문에 Из-за меня재밌어. и армии그게 너무 жизнь자유, наполнена 자유로웠으면 весельем. И, собственно, это나는 그렇게 할 свобода. 거고, 여러분들도 그렇게 하고, Именно так я편안하게, собираюсь делать, и вы тоже так делаете. И мне뭐길 가다가 комфортно,이제 막 даже아미 когда여러분들 я만나면 встречаю армию되게 на막 улице. 그런데 Вы спрашиваете, можно ли사진 찍으러 가는데 сфотографироваться или взять사진 찍으러 автограф.가는데 그런 거보다 그냥 Но лучше делать и так. Эй, бро, как дела? What's up, bro? 이렇게 해줘요. 뭔지 알겠지? запомнили? 어제 만난 Это사진. как будто мы встречались вчера. Да, наверное, кто-то слушал эту трансляцию. Сегодня в аэропорту Ичхон встречали, когда Чонгука пытались так сделать, но охрана там всех распихала. 여러분, 이런 느낌. 뭔지 알겠지? 아, 모르겠다. Не могу собрать все свои мысли, когда я пьян. Простите, но я такой тоже. Собираюсь частенько так выходить. Скучаю за всеми вами. Я ничего не знаю про обычную человеческую жизнь. Не знаю, как там, что происходит. Хорошо, когда она так наполнена позитивом, радостью и счастьем. Давайте так жить. Не болейте. Не думаю, что можно все осуществить на 100% из того, что я хотел бы сказать. Вообще, плохой спикер. То, что пропустил, скажу в следующий раз. Я читаю книжку, но мы помним, ты показывал. Нет ничего постоянного. Конечно, это также из-за того, что я не читаю много. Все, я пошел. Приятно оставаться вам. Я снялся в Сучвиде, да, это знаю. Так что смотрите, наслаждайтесь. Ухожу, ухожу. Нет, я не собираюсь выходить. 들어가. 아, 멀리 안 나갈 거야. 오케이, 오케이, 오케이. 아, 오케이, 오케이, 오케이. Хорошо, сегодня поработайте. 오늘 하루도. 아, Вы должны сегодня усердно трудиться. 아, 좀 고생하고. 그래. 다치지 не말고. Пораньтесь. Скажите своим родителям, что я сказал привет. Да, позвони мне. Ты не знаешь моего номера? Я позвоню тебе первым. Ай, вот тут. 됐어, 임마. 들어가. 그래. 아니야, 아니야, 아니야. 그래, 밤, 나중에 밥 Давайте в 밥 следующий먹고 раз 볼게. соберемся и покушаем. 뭐 좋아하냐, 너? Что вы любите? 순대국? 아, 순대국. Сунде суп? 순대국 나쁘지 않지. Это неплохо. 순대국 아니면 뭐... Сунде суп или омакасе? 오마카세는 먹으러 가자. 아니면 а как бы, насчет жареной острой свининки? 미역국밥, 국밥. Или суп? 그래, 알았어. Ёлакаго. Хорошо, позвони мне. А, ты ж не можешь. А, ёлакан хал су итчи. Нега дапчанги чом нырил пунья. Не, я не читаю сообщения. На дапчанг зал мот богоден. Вы не найдете мой номер, извините. 아무튼, 그래. 들어가. 그래. 아, 야, 야.
간다. 이렇게 가자고, 이렇게 이런 바이브로 가자고. 알겠어? Давайте 다음에 나 라이브 расстанемся в таком보면은, прекрасном오, 그래. настроении. 왔니? 약간 이런 Когда я в왔어? следующий раз выйду в эфир,야, 씨, вы간만이다. 약간 이런 식으로 спросите,이런 о,바이브로 ты나를 здесь?맞이해달란 Ну,말이야. так прям,친구처럼. ты здесь? Давненько не간다. виделись.들어가. Я хочу,아, чтобы вы меня나도 приветствовали вот таким настроением.들어가. 가. Хорошо, как друга.간다. Вот чтобы мы встретились, вот как настоящие들어가. друзья. Вот такое, чтобы было настроение. Ну, следующие 2 минуты가라고. Чонгук, собственно, так и будет прощаться. Давайте идите, идите. Хорошо, Будем друзьями, в общем, ля-ля, фа-фа. И до чего же вы친구 такие바이브로 한번 가보자고. упрямые?알겠어? Мне нужно идти,야, вы너 же у가라니까. себя дома.왜 이렇게 Поэтому호주 правильно얘기해? будет попрощаться и уйти봐봐. мне.내가 가야 돼, Поэтому давайте,내가 가야 уходите.된다고. Почему вы не уходите?넌 집에 있잖아. На этом넌 거기 пока-пока.있잖아. 스페시바 자 내가 просмотр. 인사를 Не 하고 가는 거 забывайте 맞는 거야? ставить 그러니까 лайки,먼저 들어가라니까. 왜안 подписываться, комментировать. 들어가는 거야? 들어가. 멀리 나오지 말고. 가, 이 자식아. 사랑해. 아, 그래, 나 사랑해. 아, 사랑한다. 가. 그래. 나 갈게, 진짜, 진짜 간다. 나 택시 불렀다. 왔어, 지금. 저기 안 보여? 택시 있잖아, 저기. 간다.